Всероссийский форум «Россия – страна возможностей» начал свою работу в Москве. Он собрал более 6 тысяч участников из различных регионов России. Туда отправилась и делегация из Чувашии. Впереди у участников форума 3 плодотворных дня. Подробности в сюжете у Ирины Волковой. «Россия – страна возможностей» – это открытая платформа, которая объединила 14 всероссийских проектов и конкурсов. Это и WorldSkills Russia, молодые профессионалы, Обилимпикс, профолимпиады для людей с ограниченными возможностями здоровья, конкурс управленцев «Лидеры России», «Таврида» и другие. Каждый из проектов, входящих в открытую платформу, инициированную президентом Владимиром Путиным, призван запустить систему прозрачных социальных лифтов, то есть помочь реализовать себя талантливой молодежи и профессионалам своего дела. Конкурс «Лидер России» позволил познакомиться с очень большим количеством замечательных людей, которым неравнодушна наша страна, которые хотят что-то поменять в ней к лучшему. Плюс те социальные лифты, которые появились в нашей стране, что очень радует, что вселяет надежду, что наша страна на верном пути и будет развиваться в ожидании от форума. Наверное, самое главное то, что на этой площадке встречается очень много разных проектов, очень много разных людей, от школьников до управленцев, студентов, гости из-за рубежа, и вот это все вместе в одном котле может, по моим ожиданиям, будет очень интересно, принесет много новых знаний, новых знакомств, которые впоследствии, может быть, вырастут в что-то большее. Главное ожидание от форума, опять же, побольше мотивации, тут новые знания какие-то, послушать спикеров, пообщаться с людьми, чувствуешь, когда уже с некоторыми общаемся заочно, значит, что на одной волне чувствуется. Чувствуется, что какие-то интересы похожие, общие представления к каким-то вопросам общие. Хочется просто поделиться, пообщаться, посмотреть на других людей. Тут все-таки со всей России собрались люди. Сегодня у участников форума экскурсионный день. Они посещают научные центры, штаб-квартиры, музеи и театры Москвы. А завтра все соберутся здесь, на ВДНХ, и с утра начнутся мастер-классы, лекции, дискуссионные площадки. Причем их поделили по темам. Это волонтерство, лидерство, профессиональный рост и другие. В целом параллельно будут работать 35 площадок. О них мы расскажем вам завтра. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Москвы.